Приветствую вас, дорогие друзья. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня слышите. Слышат меня все хорошо. Тогда давайте начинаем нашу презентацию. Меня зовут Иван Вовк. Сегодня я вам проведу презентацию для новичков компании Brain Abundance. Почему именно Brain Abundance? Brain Abundance – это доступный вход в бизнес. Новички зарабатывают с первых дней. Отличный, востребованный и потребляемый продукт. Полностью автоматизированная система бизнеса. Уникальный прибыльный план вознаграждения. Надежный, перспективный и долгосрочный бизнес. Международный бизнес. Сейчас компания сотрудничает более чем с 200 странами. Заработанные деньги вводят сразу же на международную карту Pioneer. Простой, комфортный бизнес. Бизнес, не выходя из дома. Компания Brain Abundance основана в США. Официальный старт состоялся 15 января 2014 года. Основателем компании является Эрик Капрарис. Эрик родился в США, начал заниматься этим бизнесом с 9 лет, продавая пончики Krispy Kreme. Вот справа я поместил фотографию с Эриком, где он с упаковкой данных пончиков. Эрик сегодня один из самых уважаемых экспертов в индустрии сетевого маркетинга с опытом работы более 25 лет. За его плечами успешные предприятия сетевого маркетинга с прибылями в миллионы долларов. Основатель фонда Capraris Foundation, помогающего голодным детям по всему миру. Эрик знает все о индустрии сетевого маркетинга. Он практик. Это, несомненно, является большим жирным плюсом, что основателем компании является практик с таким большим стажем. Он знает все в индустрии сетевого маркетинга, знает, что работает, что не работает. Он знает все то, что понадобится нам и что приведет нашу компанию к успеху. Продуктом компании является BAT Brainful Plus. То есть дословно это можно перевести как заряд энергии для мозга. Это по-настоящему уникальный продукт, он необходим каждому из нас, он подходит 99% населения планеты. Brainful Plus даст вам отличную память, позитивное мышление, отличное настроение, поддержку когнитивных функций мозга, жизнь без стрессов и тревоги, жизнь без головной боли, сон как у младенца, также еще многое другое. Ну вот я буквально 3 дня назад получил посылки свои с Brainful Plus. Начал принимать препарат, ну пока, конечно, о каких-то результатах говорить еще рано, но думаю, в ближайшее время я с вами со всеми поделюсь, как действует данный препарат. Буквально на днях наши партнеры провели свою независимую экспертизу данного препарата Brainful Plus в Центральной клинической больнице Российской академии наук. Там есть диагностический центр, куда был сдан данный препарат и была произведена санитарно-гигиеническая оценка. То есть препарат прошел все тесты, в нем не выявлено никаких запрещенных или каких-то вредных элементов, то есть он 100% является качественным продуктом. ЦКБ РАН – это крупнейшая многопрофильная клиника в структуре Российской академии наук. Она имеет сертификацию по международным стандартам ISO 9000, то есть это говорит о многом, то есть этой Академии наук, ее диагностическому центру можно доверять полностью. В ближайшем будущем Эрик Капрарис обещает также нам предоставить еще свои сертификаты на продукт, но уже можно сказать сейчас, что продукт действительно востребован и качественный. Зарплатная карта Pioneer. То есть я вот всем хотел показать, что компания перечисляет зарплату на платежную карту Pioneer системы MasterCard. Данная карта, вот я сфотографировал тут, вам ее банк пришлет вот в таком конверте, где будет содержаться сама карта. То есть после получения карты вы ее активируете и можете пользоваться в любой точке мира данной картой, в любом банкомате мира, также в любом магазине, в ресторане, кафе, где угодно. То есть это тоже очень удобно, что компания сразу же вам перечисляет деньги. Не надо ждать никаких чеков, каких-то переводов в банк. Вот у вас есть карта, пошли, сняли.
Так, секундочку. Не туда нажал. Так, что же за бизнес предлагает нам компания Brain Abundance? То есть компания Brain Abundance предлагает нам строить сеть партнеров и потребителей. Что это значит? То есть я всем привожу такой достаточно простой пример, чтобы все люди могли понять. На самом деле мы все участвуем уже в данном бизнесе, потому что это бизнес рекомендаций. То есть вот смотрите, есть вы сходили там в кино, кто-то в парикмахеру, кто-то там еще какой-то услугой воспользовался. Вам это понравилась услуга. Вы, соответственно, рассказали о данной услуге своим друзьям. Они также сходили там кто в парикмахерскую, кто в кино, то есть вы порекомендовали им. Им также понравились те услуги, которые им оказали, они дальше рассказали своим друзьям и так далее. Вот это и есть модель построения бизнеса. Но за это вам ни парикмахерская, ни кинотеатр, там, ни ресторан деньги не заплатят. А за те же самые действия, которые вы будете проделать в компании Brain Abundance, компания будет вам платить деньги. То есть вы пользуетесь продуктом Brain Full Plus. Вы принимаете его для личного, покупаете его для личного использования. Вы начинаете потреблять этот продукт, он вам нравится, вы ощущаете положительные результаты. Вы, соответственно, рассказываете о данной возможности, о данном замечательном продукте своим каким-то знакомым, друзьям. Эти знакомые, ваши друзья, это ваша первая линия, первый уровень. Они также начинают пользоваться продуктом, они также ощущают положительные изменения в своем настроении, продукт им нравится. Они, естественно, о такой возможности рассказывают своим знакомым, те в свою очередь своим и так далее. Вот таким образом и строится сеть партнеров и потребителей. Мы здесь не занимаемся никакими прямыми продажами. Мы лишь пользуемся продуктом сами, делимся этой информацией о продукте, и те люди, которые также собираются заняться бизнесом с данной компанией, нам лишь остается их обучить этому, помочь вступить в компанию, и чтобы они также начали обучать своих партнеров. То есть компания Brain Abundance нам платит за товарооборот сети. То есть мы, еще раз повторю, не занимаемся прямыми продажами. Компания напрямую всем своим партнерам высылает продукт самостоятельно почтой из ближайшего своего логистического центра. Теперь давайте рассмотрим маркетинг-план. Что же компания предлагает нам за наши рекомендации? Рекомендации по ее продукту. То есть у компании есть 4 вида бонусов. Это первое — бонус Powerline, второе — бонус быстрого старта, третье — бинарный бонус и четвертое — бонус за достижение ранга. Основными бонусами, я вот их тут выделил, является бонус быстрого старта и бинарный бонус. Вот это те бонусы, ради которых стоит работать в данной компании. Более подробно мы их рассмотрим дальше. Естественно, как любой бизнес, вам нужны инвестиции. Но компания Brain Abundance предлагает нам, ну, скажем, смехотворные суммы, чтобы начать бизнес. То есть нам нужно инвестировать очень маленькие деньги, это по силам каждому. То есть у компании есть 3 вступительных пакета: пакет 1, пакет 2 и пакет 3. Сейчас рассмотрим каждый пакет более подробно. Пакет 1. То есть при входе на данный пакет вы не получаете никакого ранга. Получаете 1 единицу продукции Brain Full Plus, ну, для личного использования. Сумма входа на данный пакет, ну, приблизительно $93. То есть что включается в эту сумму? То есть сам продукт $59.95, единоразовый взнос. То есть вы платите компании $20 один раз всего лишь при вступлении, тем самым компания делает вас своим партнером. И сюда включается доставка $13 до России. В страны СНГ данная стоимость доставки там плюс-минус $2-3, несущественно.
Экономии по продукту никакой, и начисляется 50 бонус-баллов. Пакет номер 2. При вступлении на данный пакет вам присваивается на 30 дней статус «Двойная звезда». Вы получаете 3 единицы продукции. Сумма входа на данный пакет 166 долларов 28 центов. Экономия по продукту составит 50 долларов, и вам начислится 100 бонус-баллов. Далее идет пакет номер 3. То есть при входе на пакет номер 3 вам присваивается ранг «Тройная звезда» на 30 дней. Вы получаете 6 единиц продукции. Сумма входа на данный пакет 242 доллара 58 центов. Экономия по продукту 160 долларов, и вам начислится 150 бонусов баллов. То есть пакет номер 3 является самым выгодным пакетом, как по получаемому рангу, так и по количеству продукта, который вы получите. То есть если у вас семья, скажем так, из 4 человек, то есть мама, папа, дети, то я бы, конечно, рекомендовал вступать на пакет номер 3. Потому что расчет такой, что одна банка продукции, она нам на месяц. То есть, если правильно принимать препарат, его хватает на месяц. Если вы собираетесь всей семьей пользоваться продуктом, то, конечно, пакет номер 3 – это ваш выбор. Теперь давайте рассмотрим карьерную лестницу компании Brain Abundance. Карьера в компании строится достаточно просто. Чтобы строить карьеру в компании, нужно пригласить 3 человек. И помогая этим 3 людям пригласить в компанию еще 3, вы будете продвигаться по карьерной лестнице. Давайте рассмотрим движение по лестнице самого нижнего статуса, то есть это без ранга. То есть, чтобы стать нам статус иметь звезда, вам нужно пригласить 3 партнеров. И каждый из них купит по баночке продукции, вы сразу же станете звездой. Как только ваши 3 лично партнера также пригласят по 3 партнера, они станут звездой, вы, соответственно, станете двойной звездой. Но тут еще добавляется уже объем команды, бонус-баллы. И, соответственно, такими простыми действиями, то есть вы помогаете своим партнерам, они помогают своим партнерам и так далее, вы двигаетесь по карьерной лестнице. Максимальный ранг в компании – это бриллиант. Чтобы его достичь, вам нужно пригласить, ну не то что пригласить, у вас должно быть 3 личных партнера платинум и объем команды 250 тысяч бонус-баллов. Здесь заливкой я вот как раз выделил статусы, которые нам даются при вступлении в компанию, при выборе того или иного пакета. То есть первый пакет вы получаете без ранга. Если вступаете на второй пакет, у вас статус двойная звезда. И при вступлении на третий пакет вам дается тройная звезда на 30 дней. Теперь переходим непосредственно к рассмотрению доходов компании. Первый доход – это бонус Power Online. То есть это бонус, который гарантированный, он вам дается в любом случае после вступления в компанию. Вы когда становитесь партнером компании, и любые 3 человека, которые вступили в компанию после вас, независимо это ваши люди или люди, которые пришли от других каких-то партнеров, вам компания выплатит 10 долларов. Ну, конечно, кажется, что этот бонус несущественный, но на самом деле, скажу вам честно, ни одна другая компания никому просто так даже 10 долларов не заплатит. То есть это такой первоначальный стимулирующий бонус. Доход номер 2 – это бонус быстрого старта с глубиной до 6 уровня. Вот это уже, я считаю, один из существенных бонусов, который дает возможность быстро заработать деньги. То есть данный бонус выплачивается за вновь подключенного партнера компании, выплачивается каждую неделю в среду. То есть давайте его рассмотрим на самом популярном статусе. Это статус «Тройная звезда». То есть здесь вы получите 52% за лично приглашенного партнера, в зависимости от того пакета, на который он вступил, 2% от партнеров второго и третьего поколения. Сейчас мы разберем более подробно на примере этот бонус. Вот вы в статусе «Тройная звезда». Вы лично приглашаете партнеров. Это ваша первая линия. Данных партнеров у вас может быть неограниченное количество. Вы с них получите 52% в зависимости от выбранного ими пакета. То есть как считается, то есть за пакет номер 3 нам дают 150 бонус-баллов. Соответственно, 52% от 150 бонус-баллов это будет 78. Один бонус балл равняется 1 доллару, соответственно получается 78 долларов.
Если ваш партнер вступает на второй пакет, вы получаете 52 доллара и на первый пакет 26 долларов. Еще раз повторяю, бонус дается только при подключении нового партнера один раз. Партнеры второго поколения, ваша вторая линия. То есть их также может быть неограниченное количество. Для вас это партнеры второго поколения, для ваших лично приглашенных партнеров это их личные партнеры. Ваши личные партнеры также будут получать с них 50 или 52% в зависимости от пакета, на который они вступят. Вы будете получать 2%. Это, соответственно, в зависимости от выбранного пакета 3, 2 или 1 доллар. Также у тройной звезды есть еще партнеры третьего поколения. С них также производится выплата 2% в зависимости от выбранного пакета. Ну, 3, 2 и 1 доллар, соответственно. То есть, если вы намерены вступить в компанию, и у вас сразу же есть много желающих, которые хотят присоединиться к вам, то еще раз повторю, выгоднее здесь тогда вступить на пакет номер 3, тройная звезда, потому что вы с первой линии получите по максимальной выплаты, и также со второго и третьего поколения. Доход номер 3, бинарный бонус. Вот на этом бонусе я остановлюсь очень подробно, потому что это тот бонус, из-за которого я лично пришел в эту компанию. Это бинарный бонус. Я считаю данный бонус одним из уникальных. Я в свое время рассмотрел много маркетинг-планов разных сетевых компаний. И такого бонуса по выплатам я не увидел ни в одной компании. Если честно, меня этот бонус подкупил. Я считаю, что это один из лучших бинарных бонусов вообще в индустрии сетевого маркетинга, которые существуют на данный момент в отрасли. Так, условия для получения бинарного бонуса. Чтобы начать получать бинарный бонус, вы должны пригласить двух человек. Одного партнера в левую ветку и одного партнера пригласить в правую ветку. Условия выплат. То есть данный бонус выплачивается с повторных покупок. Вот когда ваши партнеры вступили в компанию, вы получили бонус быстрого старта. И когда ваш партнер делает повторную покупку и последующие покупки, вот с этих покупок будет выплачиваться бинарный бонус. Ну, все спросят, опять же, а если человек не будет делать повторные покупки? Ну, тут компания предусмотрела такой элемент, как ежемесячная активность. Что это значит? Любой партнер компании должен ежемесячно подтверждать свою ежемесячную активность. То есть это покупка одной единицы продукции для личного использования. То есть вам необходимо каждый месяц покупать одну баночку продукта для личного использования. Вы ее когда купили, все, вы подтвердили свою ежемесячную активность. Вы имеете право на получение всех бонусов компании, которые она предлагает. Ну, многие люди у нас, как обычно бывает, забывают делать эту ежемесячную активность. И чтобы вас компания не заблокировала, то есть вы если забыли сделать ежемесячную активность, то через 10 дней компания блокирует ваш аккаунт. И чтобы это не забыть, есть такой инструмент под названием автошип. Это очень удобный инструмент, который в автоматическом режиме производит покупку одной единицы продукции и отправку вам ее почтой на домашний адрес. Можно настроить любую дату выбрать в месяце, когда будет происходить эта автоматическая покупка. Ну, данный инструмент есть, но вы также вольны делать эти покупки в ручном режиме. То есть отключить эту функцию и покупать сами в ручном режиме, когда вы этого захотите. Еще раз повторяю, очень удобный инструмент, все партнеры им пользуются, всех устраивает, как происходит эта покупка одной единицы продукции. Естественно, вы можете покупать больше, опять же, если у вас семья из нескольких человек и вам нужны несколько баночек, вы можете выбрать, опять же, любой пакет на 3 или на 6 баночек и получить, опять же, ту же самую существенную экономию по продукту. Что же из себя представляет бинарный маркетинг-план? То есть бинарный от слова битую значит 2. Вот есть вы, и под вами может быть только 2 человека. Левая ветка и правая ветка. Вот на первом уровне под вами может быть 2 человека, слева и справа один. Под каждым из них также может быть только 2 человека. И так до бесконечности вот эти уровни у нас развиваются. Под каждым человеком только 2 человека.
Как же происходит заполнение бинара? Вот все люди, которых вы пригласили и ваши партнеры пригласили, они дальше производят расстановку в бинар. Вот на данном примере ваш спонсор – это тот человек, который пригласил вас в компанию. Он является вашим информационным спонсором. Здесь показан пример, что вот вы оранжевый кругляшок попали к своему спонсору в правую ветку. Соответственно, вот красные кругляшочки – это те люди, которые помогают строить вашу правую ветку. Это те люди, которые вам достаются от спонсора. То есть в нашей компании вам нужно развивать будет только одну ветку. Вторую ветку вам будет развивать спонсор. Вы здесь, соответственно, развиваете свою левую ветку. Вот все ваши зелененькие кругляшочки – это ваши партнеры первого поколения. Они у вас выстраиваются в левую ветку. Ну и, соответственно, партнеры второго поколения, фиолетовые, выстраиваются в правую ветку к вашим партнерам первого поколения. И тут получается то же самое, что вы помогаете своим лично приглашенным партнерам строить их ветку, а вторую ветку они строят самостоятельно. Но, как я говорил уже выше, для получения бонуса по бинару вам необходимо два человека, один в левой, один в правой ветке. Вот я их обвел тут красным кругляшком. То есть это обязательное условие. В компании есть такой механизм, который называется ротейтор, переключение между ветками. Вы можете в любую ветку приглашать людей. Или там есть еще альтернативный режим, когда все ваши приглашенные будут расставляться поочередно. Один в одну, другой в другую, и вот таким образом ветки. Там был показан пример, когда вы попали к спонсору в правую ветку. Если вы попали к спонсору в левую ветку, то у вас будет абсолютно все то же самое происходить, только зеркально наоборот. Теперь еще раз вернемся к классическому представлению бинарного маркетинг-плана. Все его представили, вот все как люди расставились. И дальше представляем, что все наши люди слева и справа выстроились в одну шеренгу. И каждый из этих людей подтвердил, вот я зелененьким отметил, свою ежемесячную активность. Вот кто-то подтвердил, кто-то не подтвердил. Соответственно, те люди, вот зелененьким отмечены, кто подтвердил ежемесячную активность, они купили одну единицу продукции. За это начислилось 50 бонус-баллов. Дальше что происходит? Как происходит непосредственно выплата? Компания платит нам за каждую пару 50 BV слева и 50 BV справа, $20. То есть как у вас только есть пара 50 BV, компания платит вам $20 за эту пару. Выплачивается данный бонус первую неделю каждого месяца за предыдущий месяц. Выплата идет по наименьшей ветке. Что это значит? Например, в левой ветке у вас 80 человек купило продукцию на 50 BV, а в правой ветке 100 человек продукцию на 50 BV, соответственно, наименьшая ветка это 80 человек, умножаем на 20, компания заплатит вам $1600. Те бонус-баллы, которые у вас в этом месяце не нашли пару, они переносятся на следующий месяц. Также в компании есть, так, сейчас рассмотрим пример выплат. То есть вот смотрите, левая ветка и правая ветка. Вот когда у вас один человек, и там та компания платит вам $20. Когда 4 человека, компания платит $80. Вот это вот важный момент. То есть когда у вас 4 слева, 4 справа, все, ваш бизнес уже безубыточный. Он уже перешел черту самоокупаемости. То есть вы уже покупаете вот эту единицу продукции непосредственно с денег заработанных. Когда 10 человек слева, 10 человек справа, компания заплатит $200, 50 человек $1000, 100 человек $2000, 500 человек $10000 и 1000 человек $20000. Это все реально. В дальнейшем мы также рассмотрим простую методику, которая приведет вас к данным результатам. Еще очень важный момент. Вот эти вот люди, которые в левой и в правой ветке, это люди могут быть как лично ваши приглашенные, так и люди, которые вам достались переливами от ваших вышестоящих спонсоров, или это те люди, которые вам достались уже от ваших партнеров, которые строят структуру. То есть вот преимущество бинарного маркетинг-плана, что вот левая и правая ветка, они строятся достаточно быстро. Вообще вам, если такой
классически рассмотреть идеальный вариант. Вот вы можете всего лишь пригласить в компанию два человека. Одного в левую, одного в правую ветку. Они могут вам построить структуру в тысячи человек. Ну, соответственно, чем больше вы пригласите людей в компанию, тем вероятность и быстрота роста вашей структуры, конечно, увеличивается. Еще один такой очень важный момент. Есть ограничения по выплатам бинарного бонуса в зависимости от вашего ранга в компании. То есть вот это вот ограничение стимулирует людей расти по рангам и, соответственно, помогать своим партнерам также развиваться. Если у вас нет ранга, то компания заплатит вам ежемесячно $500. Если вы в статусе звезда, то 2500 долларов вы можете ежемесячно максимум получать за бинарный бонус. Двойная звезда 10 тысяч долларов, тройная звезда 50 тысяч долларов, золото 100 тысяч долларов, платина 500 и бриллиант 1 000 000 долларов. Ну и последний бонус – это доход номер 4, бонус за достижение ранга. Данный бонус выплачивается единоразово за достижение ранга и подтверждение его в течение 3 месяцев. Вот вы как только достигли ранга золота и продержались в нем в течение 3 месяцев, компания вам платит $1000. Но может быть получиться такая ситуация, что в первый месяц вы достигли ранга платина, и продержавшись в данном ранге платина 3 месяца, компания заплатит вам $5000 за данный ранг и автоматически еще заплатит $1000 за ранг золота. Ну, бонус такой, скажем так, не основной, но тоже очень приятный. Получить такие суммы, я думаю, каждый будет рад. Теперь я вам покажу простую методику, как можно выйти на доход в $40 000 в месяц. Методика построения команды 1 плюс 1. То есть это очень простая методика. То есть если ей будет следовать каждый партнер, то через 12 месяцев вы добьетесь успеха и выйдете на приличные заработки, пассивный доход по бинарному бонусу. Еще раз повторяю, бинарный бонус оплачивается нам ежемесячно. Вы один раз проделаете работу и потом постоянно будете получать данный бинарный бонус. Ну давайте рассмотрим, в чем же заключается данная методика. В первый месяц вы пригласили одного человека. В вашей команде один человек. На второй месяц вы пригласили одного человека. Ваш лично приглашенный партнер также пригласил одного человека. В вашей команде три человека. На третий месяц вы также приглашаете одного человека, ваши личные партнеры приглашают по одному человеку, и их партнеры также приглашают по человеку. На третий месяц в вашей команде 7 человек. На четвертый месяц в вашей команде 15 человек. И на 12 месяц ваша команда насчитывает 4095 человек. То есть, следуя вот этой простой методике, маленькими шажками, мы идем к вот такой величине своей структуры. Это все считается, это все достаточно просто, элементарно, реально сделать. Здесь нету никакой сложности. И когда вы будете рассказывать людям о данной возможности заработка в данной компании, конечно же, расскажите им о этой методике. Покажите им эту методику. Конечно, в первые 3-4 месяца, если ей действовать, у вас будет маленький доход по бинару, но, как вы видите, в последующие месяцы идет сразу же значительное увеличение числа вашей команды, соответственно, ваша зарплата будет также увеличиваться в разы. Кто-то скажет, что, конечно, столько пригласить это нереально, но вот я сделал специально для вас скриншот из личного кабинета по лидерам компании. Здесь показывается количество приглашенных человек данными людьми за месяц. Вот есть американцы, смотрите, которые приглашают и по 300 человек в месяц, есть которые по 100, которые по 50 человек, которые по 35, которые там, по 10, по 20. И, то есть вы представляете, если каждый месяц приглашать по столько человек, каких размеров у вас будет структура и, соответственно, какие чеки вы будете получать. То есть одного человека может пригласить каждый.
и объяснить ему данную методику и вообще все прелести и возможности нашей компании. Вот давайте теперь рассмотрим, если придерживаться данной методики, какие выплаты вы будете иметь по бинарному бонусу. То есть за 12 месяцев по методике 1 плюс 1 ваша команда будет насчитывать 4095 человек. То есть вы выполнили данную методику на 100%. То есть у вас получается слева 2047 человек и справа 2047 человек. Ваша ежемесячная зарплата будет составлять 41 тысяча долларов. То есть через год получать такие деньги, я считаю, это очень шикарно. И вы нигде не найдете такую работу, где вы сможете сразу же через год получать такую зарплату. Если придерживаться методики 1 плюс 1 не полностью, скажем, а выполнить ее на 85%, ваша команда будет составлять 3480 человек. Ваша ежемесячная зарплата будет составлять 35 тысяч долларов. Если вы выполнили методику 1 плюс 1 на 50%, ваша ежемесячная зарплата будет составлять 20 тысяч долларов. И если, ну, вы вообще плохо выполнили, там где-то поленились поработать лишний раз, там лишний час уделить этому, выполнили методику на 25%, ваша ежемесячная зарплата будет составлять 10 тысяч долларов. Это очень хорошие деньги. И я думаю, таких выплат, ну скажем, если работать на обычной работе, то такие выплаты получают только топ-менеджеры какие-нибудь или руководители, директора. А вы, простой человек, можете элементарно добиться такой зарплаты. Ну, кто-то может не поверить в эти суммы, сказать, что они очень большие, что это все теория. Ну, я таким людям обычно говорю, разделите данную сумму на 10 еще, и вас тогда эта сумма все равно будет устраивать. Теперь я хочу вам рассказать, почему нужно вступать в компанию именно сейчас. Все мы знаем из экономики, ну, все в школе проходили, мы, кто в институтах учился, а кто в колледжах, что есть законы рынка. Эти законы рынка работают везде. То есть вот есть такой закон, называется 1.9.90 или закон насыщения рынка. То есть что это значит? Вот когда компания выходит новая на рынок, они еще знают мало людей, продукт еще мало кто знает. И вот в первые 3-12 месяцев формируется 1% партнеров компании. То есть и вот эти партнеры, которые попали вот в этот 1%, они будут, соответственно, иметь доход в месяц от 10 тысяч. Вот я тут написал X, то есть это значит от 10 до сотен тысяч долларов они могут зарабатывать. Дальше, когда проходит вот этот интервал 3-12 месяцев, формируются партнеры компании, которые входят во второй сегмент в 9%. То есть этот сегмент формируется 12-24 месяца. Те люди, которые попадут вот в этот интервал времени, они будут получать от 5 до десятки тысяч долларов. И все остальное время будет формирование рынка происходить. Тут сюда будут вступать партнеры, клиенты. Это все остальное время 90% людей, которые попадут в этот интервал времени, они будут иметь доход от 1 до 3 тысяч долларов. И причем эти люди будут затрачивать намного больше времени, сил и усилий, чтобы выйти на данный доход. И эти люди ничем не хуже, чем те первые, которые попали в этот 1%. Они просто узнали о данной возможности позже. Это рынок, это законы экономики, их никто не отменял. И вот эти цифры, они взяты тоже не с потолка, это статистика, а статистика вещь упрямая и с ней не поспоришь. В данный момент у вас уникальная возможность и шанс. Вы находитесь сейчас, или кто думает вступить в компанию, то вы попадете вот в этот 1%. Так как, повторяю, компания только начала свою работу в январе 2014 года. Те люди, которые попадут в этот 1% и, естественно, будут работать в компании, приложат какие-то усилия, они будут получать колоссальные деньги.
Ну и напоследок я вам хочу сказать, что мы команда, мы строим этот бизнес командой. И начинать этот бизнес выгодно с нами. Каждый партнер команды получает абсолютно бесплатно в свое пользование персональный сайт-визитку. То есть человек, как вступает в компанию, ему его партнер предлагает сайт-визитку, одностраничник, чтобы человек сразу же мог своих знакомых, друзей, каких-то, может быть, незнакомых людей в социальных сетях направить на этот сайт, чтобы они сразу же могли ознакомиться с информацией. Также вам сама компания Brain Abundance предоставляет два продающих сайта. У нас в команде есть обучающая система GRT. То есть в данной системе собраны все необходимые материалы для пошагового обучения вас самих и в будущем ваших новичков. Плюс также есть сайт, продающая страничка GRT. Мы проводим каждый день онлайн-презентации для новичков и для партнеров проводятся обучающие вебинары по тактике работы. Вот мы сейчас находимся на такой онлайн-презентации. И вы всех своих новичков или тех, кто заинтересуется, также можете сюда приводить, чтобы они послушали информацию из первых уст. Также каждый партнер помогает своему новичку в приглашении партнеров в компанию. Ну и наша команда предоставляет мощную командную поддержку. У нас на самом деле очень дружная команда. Мы все друг другу помогаем, все советуемся. Я думаю, если кто-то еще у кого-то остались какие-то сомнения, то вы их можете отбросить все прочь. Я вам привел существенные доводы как о самой компании, что это на данный момент, в данный момент времени является одной из самых перспективных компаний. И войдя в данную компанию, вы получите сразу же все материалы для работы и колоссальную поддержку. То есть я всех приглашаю вступить в данную компанию, начать свой бизнес строить в данной замечательной компании. Компания Brain Abundance на сегодняшний день является лучшей компанией в своей отрасли. Ее выделяет уникальный продукт, который подходит без исключения всем. Уникальный маркетинг-план с потрясающими денежными выплатами. Таких планов по вознаграждению не предлагает ни одна компания в индустрии, и это факт. У вас есть уникальный шанс стать одним из первых. Действуйте, ребята, все зависит только от вас. И обратитесь, новички, прямо вот сейчас свяжитесь со своими партнерами, пусть они помогут вам пройти регистрацию в компании, они тут же вас ведут в курс дела. И вы начнете с первых дней строить свою структуру и стремиться к тем выплатам, которые я вам показал. Это все реально достигается. Все это реально. На данном моменте я свою презентацию компании заканчиваю.